каждый день. Ну вот видишь, люди в воде. Нет, я вижу, это же у меня лодка. Ну вот человек ходит. Нет. Человек ходит. Нет, смотри, как далеко зашел, он стоит, блядь, вот так вот. Она. Да, вот. Вот так, смотри. Смотри, как они вот ходят. Так. Налево, давай. Или сюда. А пойдем. Это Панциатовский плащ, пришел? А? Нет, я по дорожке пройдем. Куда? Ну, туда пройти, по дорожке. Ну, давай пройдем. Сейчас можно заходить, да? Не, ну, пройди-то можно. Всем привет из Анапы. Точнее, из ЖВД. Это пляж возле пансионата «Кристалл». Решил подняться на дюну, показать пляж сверху. Вот так это сверху все выглядит. Вдалеке вон Анапа, Кавказские горы. Это пляж возле пансионата «Кристалл». Песок, кстати, здесь не привозной, а естественного происхождения. Кварцевый песок. Когда-то река Кубань впадала в Черное море в районе Анапы. И это все наносы, которые принесла сюда река Кубань. Песок этот кварцевый, он полезен для здоровья при болезнях суставов, при костном туберкулезе. Какой-то мешок принесло на пляж прибоем. Вот этот ЖМТ, в отличие от Витязева, это просто курортная зона. Здесь нет жилого сектора, если даже есть, в очень мизерном количестве. А здесь одни пансионаты, гостиницы, отели и гостевые дома. Все это на несколько километров вдоль берега Анапской бухты.